круто. Планка была задрана достаточно высокая. В творческом плане, в художественном плане. Всегда приятно смотреть картину, которую невозможно описать в двух словах. Подход как бы к съемкам другой, нежели вот как у нас в России. Тут до такой степени оттачивается, дублями берется снятие любой наигрыши и любой фальши. То есть вот дубль, и когда уже остается абсолютно вот то, что должно быть, там на каком-то 17-м дубле. Посмотрите, как американец точно понимает историю нашей с вами жизни и где мы с вами живем. Ну, во-первых, это очень умное кино. Я бы не стала его рекомендовать своим недругам, потому что среди них есть очень много глупых людей. А все мои друзья, слава богу, они обладают тем количеством интеллекта, которое позволяет понять этот фильм. Поэтому это как раз кино для моих друзей. Этот фильм сделан для молодежи. И я уверен, что молодежи фильм понравится. Ну как молодежь, я имею в виду зрителей от 14 до 30, наверное. Фильм интересный. Музыка определяет и характеры, и настроение. Вот, наверное, так можно определить. Я думаю, что у нас очень много open-minded молодежи, которая с интересом посмотрит такого рода картину и примет ее.